Дуров раскрыл подробности конфликта с Аплиповел Дуров фото. Собака Дуров, владелец мессенджера Telegram, рассказал, что препятствует работе сервиса. Пост с разъяснениями он опубликовал в личном канале. Бизнесмен сообщил, что некоторые функции Telegram работают некорректно в новой прошивке iOS 11.4, несмотря на усилия по устранению проблем. Apple препятствует обновлениям приложения Telegram для iOS по всему миру с тех пор, как российские власти постановили удалить Telegram из App Store. Россия запретила Telegram на своей территории в апреле, потому что мы отказались предоставить ключи для расшифровки всех сообщений наших пользователей в органы безопасности России. Мы считаем, что сделали единственно возможное, сохранив право наших пользователей на конфиденциальность в неспокойной стране, написал Дуров. Он выразил сожаление по поводу позиции ИТ-гиганта и извинился перед клиентами сервиса со всего мира. В то время как Россия составляет только 7% пользователей Telegram, Apple ограничивает обновления для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля. В результате мы также не смогли полностью выполнить GDPR для наших пользователей из, заключил владелец мессенджера. Ранее стало известно, что Apple обновление Telegram в App Store. При этом само приложение для скачивания доступно в конце мая. Корпорации письмо с требованием удалить приложение из магазина. Надзорное ведомство сообщило, что будет ждать ответ в течение месяца. Решение ограничить работу сервиса в России было Таганским районным судом Москвы в апреле. Больше важных новостей в телеграм-канале. Подписывайся. Блокировка Telegram, отмена 00.00.00.00.00.01.21.21. Поделитесь предыстория, ссылки по теме.